Ники. Нет? 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 Да? Что, Владимир? Тетя, привет скажи. Скажи привет. Сделай привет. Привет, сделай привет. Оля. Сделай привет. Привет. Что? На. Что такое? Да? Это думаю, я так увлечен. Чего, походу? Друзья, кстати, эта фирма очень хорошая. Здесь считается качественным. Это не кроватка, а что, спать будем? Никусь. Посмотри сюда. Тихо. Пойдем сейчас, здесь же этот рядом. Да, пойдем. Хоп. Космос рядом, как раз Космос. Пойдем. Тихо, Бух. Иди на ручки. Вот такой здесь магазин, друзья. Детской одежды. Ладно, иди ко мне. Раз, два, три, полетели. Мама где? Давайте я вам кое-что покажу, наверное, чтобы видели цены, как бы вот маечка. 6,48. Такие вот маечки здесь. А давайте я поближе вам покажу. И на цены тоже посмотрим. Вот 20 евро сет, вот такой вот комплект. Нормально. Трусики, носочки. Цены какие у нас здесь? Вот 3,5 евро. В общем, цены хорошие. Вот такой вот стульчик, диванчик. 15 евро. Давайте сейчас здесь посмотрим что-нибудь для девочек, друзья. Вот, 17,99, пожалуйста, вот такой комплект. Вот, 17,99. Очень хорош. Туфельки мини, мини-маус. 17,99. Я считаю, что цены просто великолепные. 10 евро. Николь. Свободу, оттуда, с той стороны. Николь. Наша Николь убегает. Николь. Так, все, иди сюда. А, она садится будет. Это знаешь что, да? Она думает, это машинка. Укуси. А ну давай горшок посмотрим. Что за горшок это? Видите, друзья, самый лучший клиент это как раз ребенок. Он проверяет, что ему подходит, что не подходит. Так, все. Так. Николь, давай, переставай уже. В общем, друзья, мы находимся на проекте, как разрушить магазин в течение 2 минут. Берем. Так, давай для зрителей покажем, сколько это стоит. Что еще? Вот, друзья, 6 евро стоит. Маечку покажу. Вот такая прелестная маечка, мини-маус. 6 евро. И вот такие штанишки у нас. Прекрасные, 5,38, друзья. Вот. Чуть-чуть на вырост. Да, на вырост. Но... Ваши сколько? Полтора, да? Это на 2 годика. Ну, 2 годика. И будет, может, смежу нас сидя на высоком. Чуть-чуть подвернуться, все. Как раз и мода такая, да? Подвернешь, вот так и будет красиво. Дети быстро растут. Так, Николь, вот может, домой? Ой, может, в другой магазин? Другой, да. Этот как назывался? Принатал, да. Мы уже сколько обошли? Вот, 2, 3, 4, по-моему, обошли. Да? Иди ко мне, вставай. Так, это уже медицинские какие-то, да, препараты? Эндозамер и так далее. Для отцеживания молока, в общем. Так, кого интересует, вот. Вы сами, думаю, прекрасно знаете, что это такое. Что за препараты, что за аппараты. 23 евро, вот 50 евро. Такие бутылочки, вот 5,5, 6 для кормления. 5 евро, в общем.
есть все. Это для беременных. Да, это защита от печки, конечно же. Николь! 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 Это мы уже в другом, в очередном магазине, друзья. Снимаем нашу принцесску, нашу красавицу. Она зашла сюда в витрину, видите, и разносит все здесь на витрине. Это как раз специально для этого. Они заходят здесь и все разносят. Рисуют, вон играют. Вот такая здесь одежда. Давайте я детскую одежду вам покажу. Вот для мальчиков такой вот сет здесь. Комплект. Сколько здесь цены есть, интересно. Или нет вообще? 28,95, вот, друзья. Курточка у нас сколько? 22,50. Такие маечки. Носочки вот маленькие. Детские. Так, цены здесь есть. Это сколько стоит? 2,20 этот носок. Пара носков 2,20. Шапочки вот такие вот, кепки, видите, прикольные. Вот шортики, маечки. Цены нет. Курточки вот такие вот. В общем, друзья, на любой вкус и цвет. Чикаго, вот хорошая маечка. Это уже для более взрослых детей. Ценника я что-то не вижу. Наверное, внутри видим. Сколько стоит? 8,49, друзья. То есть 8,5 евро. Маечка. Это похоже было на полу, мне что-то показалось, но в итоге не то. Underground. Ну, в общем, на каждой майке, на каждом шортике не буду ценники показывать, приблизительно вы поняли. Вот курточку покажу, чтобы такого рода тоже одежду вы видели и цены тоже знали. Вот такая курточка стоит 31,50. Вот. Со змейкой здесь. Такой материал гладкий, кленочный такой, ветровка, в общем. Όχι, ψάχνουν εκεί η γυναίκα, ψάχνει και το μωρό παίζει, οπότε εντάξει. Και εγώ τι να κάνω, τράξα λίγο το μωρό και τραβώ το μαγαζί. Τι δεν τράβηξα, εκεί δεν τράβηξα. Εδώ δείχνουν το κυμαϊκή, 12,99. Αυτή τα πόλκα, 10 ευρώ. Γιατί πειράζει. Εγώ πάντως δεν ανήκω σε κάποιο άλλο κατάστημα, μη στεναχωριέστε. Δεν κλέβω ούτε ιδέες ούτε τιμή. Όχι, απλά σας λέω ότι γενικά... Οκ, είναι εδώ τα αφεντικά. Δεν είναι, οπότε... Είναι εδώ. Αφού με είδε, πέρασε από εκεί, δεν μου είπε τίποτα, οπότε εντάξει. Όχι, культурно наехали, говорят, вообще нельзя снимать. Вы как бы закругляетесь мону. Одним словом, как я вам и говорю, видите, здесь тоже культурно, но все-таки наехали. Ладно, все, в этом магазине тоже будем прекращать. Вон там Аня что-то выбирает. Давайте Анечку снимем нашу. Я думаю, даже за эти 10 метров Аня услышала, что я говорил, да, Аня? Я говорю, я таким голосом говорю, что даже за эти 10 метров с той стороны ты услышала, что услышала, я там говорю. Услышала, да, про Аню я сразу услышала. Я говорю, Аня там что-то выбирает, давайте посмотрим, что у нее. Смотри. Αυτά που διαλέγει, τραβάω για το μωρό που θα βάλω. Α, για να τα δείξετε στο... Ναι, ναι. Επειδή έχουμε θέμα με αυτό. Κατάλαβα, ναι, εντάξει.
Πάντως δεν ανήκω σε κάποιο κατάστημα, μη στεναχωρείτε. Δεν φαίνεστε και τις κούκους, πώς το λένε, αλλά έχουμε αυτή την οδηγία. Κατάλαβα, ναι, πάντως. Και εγώ έχω δουλέψει και σε κατάστημα δώρων και σε ηλεκτρικές συσκευές και ξέρω, ναι. Εντάξει. Λίγο χαζή οδηγία, βασικά, για μένα. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά... Ναι. Τώρα να έρθει ο άλλος επίτηδες να τραβήξει τι σκόπιμα, ας πούμε, να κάνει τι, άντε και το τράβηξε να κάνει τι. Ναι. Ωραία, θα σταματήσω τώρα γιατί βλέπω.